Правительство Аргентины в среду вечером отменило валютный контроль, и уже в четверг с утра обменный курс песо в банках рухнул на 47%, до 15 песо за доллар. Таким образом, новый президент страны Маурисио Макри начал сворачивать экономический курс своей предшественницы Кристины Киршнер. В 2011-м аргентинские власти в борьбе с девальвацией песо и бегством капитала зафиксировали курс национальной валюты и запретили покупку иностранной, а затем ввели и другие ограничения для физических лиц и компаний. Все эти годы в стране существовал черный рынок доллара.